3 сентября – памятная дата в нашей стране, день солидарности в борьбе с терроризмом. Аппаратом антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасавюрт была организована акция, посвященная этому дню – «Рисунок на асфальте. Мы за мир» на территории семейного парка «Фэмили». Участие в данном мероприятии приняли юные жители Хасавюрта из категории семей, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также дети сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Перед самым началом конкурса перед собравшимися выступил председатель Совета ветеранов отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Хасавюрт, народный герой Дагестана Зайбудин Омаров, сказав в своем выступлении, что всеми силами нужно противостоять терроризму ради будущего подрастающего поколения. В ответе за вас. Давайте ориентироваться, будем любить нашу свою родину, свою рассерженную землю, своих родителей. Будем отлично учиться, потому что вы наша достойная смена. Потому что мы сильная страна. В своих рисунках дети изображали свое видение на мир в радужных цветах, тем самым выражая свой маленький протест воинам и террору. Как обозначили инициаторы конкурса, основной целью явилось сближение и сплочение детей, которых необходимо воспитывать в чувстве патриотизма и любви к своей родине. Чтобы наши дети помнили, почтили память, стремились к лучшему, ценили. А тематика, конечно, будет добро, дружба, все самое светлое. По окончанию конкурса всем детишкам были розданы небольшие памятные подарки. Помимо акции «Рисунок на асфальте», по инициативе отдела по делам молодежи с привлечением активистов волонтерского движения была проведена акция по раздаче буклетов «Нет террору» на улицах города. Таким образом, молодежь Хасавюрта выразила свою активную гражданскую позицию, отметив, что современное поколение за сохранение мира на всей земле. Вика Сулейманова, Тагип Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».